Всем привет! Иду я в Арус, покажу, какие продукты есть. Надо купить молочка, там хлебушка. Покажу, что там происходит. Людей очень мало на улице. Так, я уже в Арусе. Берем тележечку, делаем сначала вот так. Так, что здесь? Кашку просила. Это не у Хавиталини взять такую. Наверное, возьму пару штучек. Ластивцы. Вот. Овсяные хлопья. Танюха говорила, надо сахар еще взять. У нас уже заканчивается. Мука есть, сахар тоже. Ого, вот сахар поднялся. 20 гривен. Ну, вот этот возьмем. Пару пачечек. Апельсины. А, это мандарины. Да, что-то дороговато. Это у нас ананасы. А вот эти апельсины, почему, интересно. Апельсины по 25 гривен возьмем. Вот такие вот будем брать. Так. Ого, гречка 50 гривен. Это по 40. Так, вот эти конфетки надо взять с плюсиком. Мне заказали. Очень удобно взял перчаточку и так вот набирать. Еще желейные конфетки. Нету что-то желейных. Таких хорошен, что я беру. Надо посмотреть в пачечках. О, нет, это не те. Нету тех желейных, что берем постоянно. Вот такого сыра возьмем. Парочку. Штучки 4. Вот этот. По 31,90. Так, колбаски тут много. О, надо взять мяско вот это вот. Грудинка. Сколько она стоит? Вот. Вот это. Очень вкусно. Я как-то брал хороший. Вот оно, 13,99. Отлично. Я его возьму. Штучки. Так, 4, наверное. Вот так вот. Очень вкусно это мяско. Думаю, наверное, взять еще вот такие сосиски. Крыхетка. Хорошая скидка такая. И они высшего сорта, да. Возьму, наверное, пару пачечек. Хотел вот этот сыр взять украинский. Мы его трем и можно там на бутики, на всякое. Лаваш. Лаваш есть и такой я брал. Я вот этот вот возьму штучки 4. Вот этот лаваш. Единственный минус, рвутся частенько. Вот такие вот перчаточки одноразовые. Вот такой возьмем хлебушек. Бутербродный. Пару штучек возьмем. Людей много. Ну, надо будет такие йогурты взять. Либо вот эти вот дольчи. Ага, да. Возьму пару таких вот персик маракуя. Штучки 3 возьму таких. Так. Можно клубнички взять тоже 3 штучки. Раз. Два. Три. Наверное, 3 возьму его вот таких вот. Да. Ну, продуктов хватает. Есть молоко. Вот такое вот возьмем. 2,5. Возьмем штучки 4. И боржоми возьмем одну бутылочку такую вот. Такая уже очередь. Угу. Такая очередь уже на вход в магазин. Уже не пускают много людей. Я успел без очереди еще зайти. Вот продукты, которые купил Гена. 2 десятка яиц, йогурты. Эти йогурты, кстати, очень вкусные. Вот такой сыр, он очень вкусный. Молоко. 2 килограмма сахара. Конфетки, которые очень хорошо помогают от горлышка, кашля.
лаваш. Виталинке вот такую кашку взял. Сосиски. Боржоми, это очень хорошо, мы делаем ингаляции. Апельсины. Хлебушек, кстати, очень вкусный товар успечет. И вот такое мяско. Филе аппетитное. Вот за все это Гена отдал 1000 гривен. 1008 гривен. Ровно, слышишь, 1008 гривен. Нет, они же отнимали там бонусы. А, бонусы, я поняла. То есть так бы получилось там чуть-чуть дороже, да? Да, там 25 гривен или что-то такое. Вот такая у нас закупочка. Всем пока-пока!